Сегодня у нас по плану профессиональный уход за волосами, точнее за кожей головы. Называется Керасилк Ревиталайз. Ну а сейчас подробнее, что это, зачем и как происходит, расскажет Анастасия Яковлева, мастер имидж-студии Елены Ивановой. Осень – это перепад температур. В помещении отопления, на улице холодно, шапки. То есть это также влияет не только на волосы, но и на кожу головы. Процедура состоит из трех этапов. То есть мы наносим пилинг, очищаем. Во время очищения мы можем нанести какую-то уходовую процедуру по длине. Какие процессы запускаются в этот момент и чему способствуют? Омоложение клеток и, соответственно, мы стимулируем луковицы, стимулируется рост волос, избавление от перхоти, от сухости кожи головы. То есть все эти проблемы мы можем решить пилингом. Мы выполняем небольшой массаж. Так, мы смыли пилинг. Сейчас мы наносим пенку для восстановления pH. При нанесении пенки мы ее оставляем на 15 минут. По истечении этого времени мы смываем. Отдыхаем, расслабляемся. Сыворотку мы наносим и не смываем. Потом мы выполняем укладку. И сыворотка наша работает все это время, пока мы не помоем голову. Вот, казалось бы, работали только с кожей головы, а не с самим волосом, не с самим полотном. Но и, в принципе, сама длина выглядит как-то ухоженно и по-другому.